Новым годом! Yeah!
недавно мы тут зашли, знаете, перестройка начиналась со злачных мест. И как нам кажется, она уже и кончилась на этих же злачных местах. Но следующую песенку мы хотим посвятить вот этим стоящим впереди нас. Они, насколько понял, одного поля ягода, что и я. И я хочу пригласить на сцену нашего большого друга Александра Помазова. Саша, прошу тебя. А песня... Ну, песня посвящается всем злачным местам и концу перестройки. Мой папа алкоголик! Булгакова читал. Затем, напившись в доску, меня с сестрою избивал. Девушкам, сидящим в зале. Ты хочешь от меня еще?
восхищаюсь, как ты живешь в этом мире, не знаю. Вот если убрать всех вокруг, ты стала бы идеально. О, мой друг, и ты твердишь, что ты хочешь от меня еще, а еще. Ты могла бы быть намного лучше, если бы я тебя не мучил. Ты так бы могла, так бы ты могла, ты все бы могла, если б не я. И ты твердишь, что ты хочешь от меня еще. Ну что ты хочешь от меня еще? Ну что ты хочешь от меня еще? Ну что ты хочешь? Каждый день сухой поет, из новостей сегодня в мире морали плановый урок. Не глубоко подать шире, все это нудно, как молитва. А в жизни нашей нету, ребята, ритма. Этой болтовни
наших головах просто не... Для металлистов, так сказать, хэви-сталинизм. Чего просит, то и дадим. Ненавижу быть один, ненавижу жить среди льдин. Ненавижу людей в эполетах, ненавижу их жен на паркетах. Ненавижу красивых жлобов, ненавижу несбыточных снов.
Спасибо, ребята. Время отошло. Спасибо. До свидания. Ну, ребят, давай. Heavy metal, одним словом, все. Да мы как-то по опыту знаем, что очень старая. Я прошу нас всех подпеть эту песенку. Называется она просто. Нельзя, не так поймут. Я вам рукой буду говорить. Нельзя, значит, не так поймут. И все. Вышел блинный, ой,
Спасибо. Мой кратер бег. О, 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 о
человек. Как сеть и две навстречу мне.